доброго времени суток, девчонки. Сегодня хочу поделиться с вами своими покупками из Fix Price, но сначала покажу, что я купила в Пятерочке. Смотрите, мой любимый освежитель для воздуха у них на скидках был, Мальдивские мечты, Эрвик. Прям обалденный аромат, тропические цветы, пальчули. Взяла сразу две штуки, потому что без акции он стоит 139 рублей. И закончился у меня дезодорант. Взяла Дав невидимый. Ну, в последнее время я стала его покупать. Раньше покупала Гарнир с зеленой крышечкой. И вот у меня чек, просто тут еще куча продуктов у меня была. Сейчас я вам скажу, сколько это стоило. Так, молоко, морковка, йогурты. Дав антиперспирант по акции 119 рублей. А освежитель, где же он? Сейчас, девчонки, секундочку. Чек такой, знаете, еле перепечатанный. Освежитель 99 рублей по акции. Вот Милка к нам пришла. Так, это у нас чек. И смотрите, что еще. Заказывала я в аптеке через Драв Сити. Привезли мне в аптеку апрель. Сейчас покажу. В обзоре покупок Магнит Косметик вы увидите, что я покупала шампунь Лерану. Я искала мужской в коробочке, но его не было. Как мне сказали девчонки-консультанты, что они сделали перевыпуск, и больше в коробке они не выпускают. Но я, когда... Ну, я же вообще на больничном оказалась, да? Вот, и когда я ходила, то одни таблетки один врач назначит, то другие назначит. Я смотрю, у них стоит в коробке. Но мужского не было. Я говорю, девчонки, говорю, а вообще привозят? Они говорят, знаете, вы лучше закажите. Вот, я посмотрела аптеку.ру, дорого. Посмотрела еще какую-то аптеку. Еще какую-то на самой апрель я посмотрел. И, в общем, на Здрав Сити по 351 рублю самая выгодная цена была. Вот такой шампунь у меня. Муж его любит, ему нравится. Активатор роста волос предотвращает выпадение, стимулирует рост волос, обогащен натуральным стимулятором, тонизирует кожу головы. Серия номер 1. Именно в коробочке. Девчонки, кто ищет в коробке, сейчас я вам покажу. Он и здесь, видите, вот так вот выглядит Элерану. А то, что я в Магните купила, новый... Он не активатор, там какой-то, он просто в тубе такой, в мягкой. В общем, муж помылся и сказал, не, говорит, не то. И поэтому я решила взять сразу два. Единственное, что, знаете, я не посмотрела срок годности. Давайте посмотрим сейчас вместе. А вдруг он это... А, дата изготовления 21.06.2021 год. Вообще прекрасно. 250 миллилитров. Вот, смотрите, здесь состав, кому интересно. И способ применения. Вот. Так что, если вы не нашли в масс-маркете, прекрасно можно заказать в аптеке. На Здрав Сити самая выгодная цена 350 рублей. На аптеке.ру, по-моему, 437, что ли, стоило. Как-то так. Короче говоря, вот. Муж такой говорит, зачем сразу две? Я говорю, потому что если они действительно снимают с производства коробку и делают в мягкой пачке, я говорю, тебе хотя бы хватит, ну, месяца на 4, наверное. Может, и на полгода хватит. Потому что волос как бы не так много. Это у нас у девочек, да? Мы быстрее шампунь изводим. Так что вот так вот. Так, ну сейчас Алерану тогда мы в сторону откладываем сюда к Милке. Вот. И смотрите, сейчас еще у них верная акция. Это когда 2-3 дня скидка на определенные какие-то средства. Сейчас Пятерочка скидка была на... Да, это на той неделе была на чистящие, моющие. Ну, для посуды все. Вот. А сейчас на средства для стирки. Сейчас я вам покажу, что я взяла еще. Вот такой вот персил я взяла. Здесь у нас 14 капсул Persil Color. Так, кстати, он там целый. А то иногда бывает, что оно и не целое. Нет, закрыто все, значит, все хорошо. Вот такой взяла. Новиночку вот такую решила попробовать, девчонки. Кто-нибудь пробовал уже? Нет, смотрите, ласка. Эффект восстановления, очищает, защищает яркость цвета, разглаживает волокна, изысканный аромат. Вот интересно, мне очень попробовать. Здесь 10 стирок, значит, 10 капсул. Ну-ка, как они выглядят? Тик. Сейчас смотреть хоть на них. Я еще не брала. Потому что ласка я не так часто пользуюсь. А вот смотрите. Вот такие вот они. Капсулки. Угу, пахнут приятно. Вот, ароматизатор еще, видите? Вдобавочек. Вот. Так вот, кому интересна информация. Так, ласку, персил. А, еще взяла.
Я ни разу, кстати, не брала такой сухой ваниш. Все время брала только, ну, обычный, который в большой бутылке. Ваниш Gold взяла. Удаление пятен за 30 секунд. Пятновыводитель. 249, по-моему, у него цена была. И скидка 25% еще. Ну, на все скидка 25%. Так, 500 грамм здесь. Во. Пятновыводитель для тканей. Угу. Был для белого. Вот такой вот, как я взяла. И еще поменьше баночки, но они почему-то по 379. Не поняла, почему. И тут еще ложечка внутри. Вот смотри, замачивание, стирка, предварительная обработка и так далее. Фокус. Он на Милку смотрит, фокус. Вот, так что решила ваниш взять. Кстати, чистая линия. Это идеальная кожа. Опять на Милку смотрит. Мой любимый гель для умывания. Нежное очищение. 99 рублей по акции у нее, девчонки. Ну, как бы на него дополнительной скидкой не распространялась, это 25%, но 99 рублей. Я взяла, я обожаю тоник, я его уже года два, наверное, им пользуюсь. И не тоник, а не гель. Он обалденный, мне очень нравится, как он смывает. Так, взяла два брейфа по 99 рублей. Вот только недавно была в Магнит Косметик, ну, как недавно, ну, недавно. Вот, и там у них брейф полностью синенький, стоил, знаете, сколько? Что-то 129, что ли, рублей. 99 рублей. Вот. А он чем отличается? Здесь цветочная свежесть, вроде бы как. И вот отсюда еще, видите, из дырочки как бы вытекает он. В общем, короче, мне нравится вот именно такой. Так, и что вам? Последнее, что из покупок Пятерочки вам покажу. Это я взяла еще вот такой вот Ленор детский суперконцентрат гипоаллергенный. Не захотела брать никакой, там были большие такие Леноры, знаете, ну, как же там аромат-то, золотая органа или что-то типа того. Но я решила, возьму детский, потому что мне нравится, как он пахнет, у него приятный такой аромат. Ну-ка. Да, у него приятный нежный аромат, я все вещи, в принципе, добавляю именно детский. Так, и что, сейчас я вам скажу еще по цене. Чек, видите, какой? Вот, ну, очень плохо все видно, поэтому я вам сейчас скажу. У меня тут тоже продуктов много. Му молоко 2,5% сейчас по акции. 49 рублей, девчонки. Это тоже хорошая цена. Значит, смотрите, ласка капсулы 179 рублей. Скидка 45 рублей. Обошлись за 134. Вот я вам так покажу. Вот так вот вы увидите. Может, вот. А, сметанку я брала по акции. Ваниш, вот Gold, 249 рублей. 62,50 скидка, 187 рублей он обошелся. Персил капсулы, они 229 по акциям, плюс еще скидка 57,50, 172,49. Ну, видите, какое, плохо видно. Так, огурчики, бананчики я еще брала. Брейф 99 рублей, на него скидка не распространяется, потому что он не для стирки. Пудинги я тут еще брала, ванильные. Чистая линия 99 рублей, все правильно. Мороженку я купила. Кстати, сейчас скидку 30% на все мороженое. Брест-литовский сыр у меня здесь. Яички, филе куриное. У-ху-ху. Сейчас, сейчас, сейчас. Видите, какой чек. Так, три-три-три. И чипсики еще взяла. Мороженое Экзо 1 плюс 1. Любимое Никитина я взяла. Мороженое. Так. А, ну и все, что ли? А я все сказала? А, кондиционер Ленор я не нашла, да? А где он? Вот у глаза можно сломать, честно говоря. Чипсы, это понятно. Чистая линия, мороженое. Филе верхневожское. У нас килограмм филе куриного стоит 279,99. Представляете, какая цена? Вообще обалдеть. Пудинг, пудинг. Бреф, бананы. Персил я вам сказала. Ваниш я вам сказала. Ласка. А, Ленор, вот он. А, так он стоит 149 рублей по акции. Скидка на него 37,50. И обошелся он 112 рублей. 112,49. Вот. Вот так. В общем. И опять нет этих штучек. Бравл Старсов, которые. У меня Никита будет собирать их. Вот. Я очень надеюсь, что они появятся. Ну так. Ну как обычно. И причем у меня сумма тут такая получилась. 2,809. Ну, там продуктов много было, плюс вот это вот как бы чистящая мощь и вся история. И видите, как получается. 5 игрушек прошли мимо нас. Так, но сейчас я это все уберу, и мы с вами переходим к фикс-прайсу. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной. Ну и продолжаем с фикс-прайсом. Давайте первый пакет я достану.
Так, чек, пока я не забыла. Девочки, как обычно, мои любимые салфетки дезинфицирующие. Они у меня практически в каждых покупках фикса и в пустых баночках есть. Очень классные, мне нравятся. Такая обычная непримечательная покупка – это батарейки пальчиковые, мизинчиковые. Нормально они работают и в пульт, и туда, и сюда, и везде. Так, что еще? А, купила я вот такой вот освежитель. А, моих любимых не было, мне очень нравится там кашемир, там после дождя, вот эти Air Pure, которые. Ну, вот это тоже вкусный, цитрус и вишни именно. Вот они вкусненькие. И не знаю, вы знаете, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. У меня сам вот этот вот блок, куда вставлять сменный баллон, от Airwick. И он почему-то перестал работать с ними. Раньше работало все прекрасно. Может быть, от Glade надо купить или еще какой-то. Девчонки, куда вы их вставляете, напишите. Потому что у меня прям дилемма. Не знаю, почему перестал работать. Я даже новый Airwick покупала. У меня баллон Airwick закончился. Я вставила вот этот, вставила Air Pure и не фурычит. Он... Такое ощущение, как будто он... Я даже сравнивала. Вот эта часть здесь короче, чем там. Короче, вот. Напишите тогда в комментариях. Дальше смотрите, что я взяла. Это мне мама подсунула, говорит, спроси, сколько стоит. Ну, я в итоге взяла. Девочки, зеленое село, 3,2, натуральное молоко. А, стоит 50 рублей. 49,90. Почему бы и нет? У нас, как бы, в магазинах обычно все это дороже. Так, сейчас, секундочку. То у меня мама там на кухне разговаривает по телефону. Вам будет очень слышно. Так, смотрите, что взяла. У меня на балконе, девочки, стоят два стула. Ну, деревянные такие. Покупали мы в Икее с мужем давно очень. И на них такие сидушки-подушки. Сидушки-подушки белого цвета. Вот. И Милка у меня любит на балконе гулять. Она ложится и спит там, и свежим воздухом дышит. И вот в фикс-прайсе я увидела вот такие вот часы на стол. Здесь размеры прописаны. Плюс-минус мне должно подойти. Потому что белые отстирывать очень проблематично после нее. Ну, сами понимаете, шерсть там, где-то лапки в наполнителе могут быть испачканы, еще что-то. Давайте один откроем, наверное, да? Вот еще раз покажу вам размер. Буду надеяться, что подойдет. Потому что у меня все, в принципе, в таком цвете, венге. Не знаю, сколько стоит, ценника не было. Посмотрим по чеку. Вот. И, о, какая здесь добротная резинка, смотрите-ка, прям, а как он одевается? А, у него дырь только внизу, то есть вот так вот полностью натягиваешь на стул и все получается, вот, да. Ну, сам материал такой ничего, смотрите, главное, чтобы швы еще нормальные были, чтобы не разошлось. Такой вот цвет венки, цвет шоколада. Короче говоря, попробую одеть, и я в комментариях... Воняет, правда. И я в комментариях потом напишу под видео, подошло мне или не подошло. Может быть, даже фоточку вставлю. Так, что еще взяла? Мы с Никиткой очень любим вот такие вот семечки в стаканчике. Очень удобно. Чистить ничего не надо. На, Никитос. О, вот. Так, в большой пачке не покупаю, потому что иначе от них не отвяжешься. Это сами знаете, семечки это караул. И я и Никита любим вот такие вот палочки соленые. А тут, видите, в виде волос так прикольно сделано. Настена-сластена, соломка соленая. Здесь у нас объем... Сколько грамм? 250 грамм. Вот. Изготовитель. Так, вот. Ну, тут плохо видно. Ну, в общем, палочки, они в Африке палочки. Иногда прикольно погрызть. Так, в этом пакете... Хлоргексидин, девчонки, у меня закончился дома. А так как у меня теперь два ультразвуковых аппарата, соответственно, и лицо протирать хорошо, и дезинфицировать прекрасно. Вот. Очень бюджетный, хороший вариант. Присмотритесь, у кого-то уже ультразвуковой. Что еще взяла? Не смогла пройти мимо обложек. Нам привезли универсальный. Это Никите для школы. Купила свой любимый крем, девочки. Я уже очень много раз вам его показывала. Именно вот этот с витамином А. Крем для лица. Улучшает, омолаживает, стимулирует регенерацию клеток. Насчет омолаживать не знаю, но улучшает и регенерирует. Это да, очень-очень классный крем. Но обратите внимание, А это ретинольчик. Поэтому на солнышко мы гулять с таким не выходим. Я обычно на ночь наношу, и все прекрасно. Ни липкости, ничего, моментально впитывается. Обалденный крем. Просто вот ему 5 баллов, и стоимость у него такая очень-очень бюджетная. У меня закончился гель-мыло для рук.
Я купила Абсолют, мне нравится именно вот этот вот с нежным ароматом чайного дерева и пантенолом. Вот, очень нежный такой, знаете, чем-то напоминает розовый, не Абсолют, а какой, Сейфгард еще розовый есть, чем-то похож. Тоже розовый, что-то потянуло, да, меня на розовую такую в ванную комнату. Глейд, 77 рублей всего стоит. В магазине на скидках в Магните сейчас, по-моему, стоит 89 рублей, а тут 77. Почему бы и нет? Везде надо экономить, девочки, сейчас время такое, сами знаете, да? Так, что еще? Вот такую вот Макфу маленькую взяла. Удобно что-нибудь там приготовить по-быстренькому, ребенку особенно. Да. И тут осталось совсем чуть-чуть. Я в предыдущем обзоре покупок Fix Price вам показывала, что я взяла маску одну такую золотую, восстанавливающую, и одну голубенькую, она увлажняющая. А это, девочки, очищение и освежение. Короче, это у нас с алоэ, а это с растительным купажом. Вот такие вот. Я уже попробовала ту, которая восстанавливающая. Мне она очень-очень понравилась. Она внутри черная. Как только соприкасается она с кожей, пузырьки моментальные. Причем этих пузырьков такое ощущение, как будто вот я полную ванну пены сделала и на лицо себе. Знаете, как в детстве дети с пеной играют? Вот что-то типа того. И действительно, мне понравилось, как она работает. Вот так вам покажу. Ну, в пустых баночках или в Инстаграм вы у меня увидите отзыв. Так что подписывайтесь, не пропускайте новые обзоры. И последнее, что я вам покажу, это тетради. Fix Price привезли новые тетради. И что мне понравилось? Здесь сразу видно, что это линейка. Хотя обратите внимание, что они и клетка, и линейка все есть. Голубые, зеленые, оранжевые и розовые, по-моему. Я линейку именно всю взяла вот такого вот цвета. Сиренево-голубой, чтобы сразу было понятно, что это чисто линейка. Тут тетради все на одно лицо. А клетку взяла именно вот такую. Они все зеленые, и вот видно, что это клетка. Вот. Тут крупная нарисована, внутри мелкая. Тетрадки по 10 рублей. И обратите внимание, что там указано на многих товарах цена по карте. У кого нет карты, цена будет полная, чтобы на кассе у вас не было сюрприза потом. Я об этом уже говорила. Ну и теперь давайте пробежимся по... Почему? По сколько чего стоило у нас, да? Молоко я вам сказала 50 рублей, освежитель для воздуха... вот этот вот, он подорожал, кстати, стал 85 рублей стоить. Рабочие тетрадки по 10 рублей. Обложка универсальная 50 рублей. Соломка вот эта вот сластеная 27,50. Маски для лица, девочки, вот эти 55 рублей. Я считаю, очень хорошая цена. Хотела я выловить там гарниеровские маски по 77. Их так и нет, их моментально раскупают. Так что, если будет у вас, посмотрите, купите. Ядра подсолнечника 16 рублей. Чехол на стул, девчонки, 199 рублей. Вот этот вот товарищ, я обязательно померю, фоточку вам ставлю, подошло мне или нет. Батарейки по 55 и такие-такие, макароны 55, салфетки дезинфицирующие 85, хлоргексидин 18,30, крем для лица мой любимый, я вам очень его, девочки, рекомендую, 55 рублей, будет вам счастье. Освежитель для воздуха Glade, как я и сказала, 77, и мыло жидкое Абсолют 55 рублей. Вот, на паузу можете поставить, посмотреть. Ну, а на этом все. Я буду заканчивать свой обзор покупок из магазина «Пятерочка» и магазина «Fix Price». Вам желаю всегда отличного настроения, только выгодных покупок и берегите себя. Пока-пока! В общем, смотрите, как и говорила, стул на балконе у меня вот такой вот, ну, из Икея. И вот такая вот стушка. Я сейчас их две положила. Там у меня тазик под ним. В общем, не суть. Видите, она как бы белая, она и пачкается все время, и все. Это мне высыпь тут одежда. Цветочки мама мне дарила. И, в общем, смотрите, сейчас покажу. Вот, на второй стул я уже примерила. Там пустые баночки копятся. Вот видите, то есть чехол натянулся. Он темнее. Камера немножко искажает цвет, потому что на улице сейчас темно. Вот, видите? Такой вот мягенький он. То есть сидушку можно вполне засунуть под чехол. Вот, я натянула. Все нормально. Чехол не рваный, все прекрасно. Так что можно брать. Однозначно лайк.